Друзья, пока настраивается аппаратура, мы споем псалом для Божьей славы. Тебя хочу хвалить я пением. Тебя хочу хвалить я пением. За милости Твоей, мой Бог, меня возвысил Ты спасением. Прими мой благодарный вздох. Я никогда не перестану хвалить Тебя и петь осану. Я никогда не перестану хвалить Тебя и петь осану. Слава Господу, братья и сестры, за этот прекрасный, благоприятный день, который Господь даровал для нас. Этот день, особенный день, мы сегодня собрались на этом месте, близкие, родные, друзья, все приглашенные. Это у нас необыденное служение, дорогие друзья, но служение, которое наполнено особой радостью, потому что по милости Господней Бог благословил эти два семейства, благословил эти два сердца, которые Господь соединяет. Это брата Виталика, сестру Оливию. И мы сегодня находимся на этом месте для того, чтобы разделить эту радость вместе с ними, дорогие братья и сестры. Я думаю, что мы сюда пришли не только для того, чтобы вкусно покушать, хотя мы знаем, что они много трудились, готовились для этого. Я думаю, что первоначально наша цель и наше желание, придя на это место, потому что они созвали сюда самых дорогих для них людей, друзей, родственников, близких, родных, чтобы благословить их именем Господним, чтобы сегодня Божье благословение почило на ихнюю жизнь. Дорогие друзья, я хочу перед этим собранием, перед началом этого служения, прочитать место Священного Писания, Псалом 166. Псалмопевец выражает такие слова пред лицем Божьим, я думаю, они очень актуальны и для нашего служения на этом месте. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все». Дорогие братья и сестры, псалмопевец выражает нужду пред лицем Божьим и нуждается в том, чтобы Господне благословение опочило. Я думаю, дорогие друзья, мы также, находясь на этом месте, нуждаемся в том, чтобы Господь благословил. Благословил, дорогие братья и сестры, прежде всего, брата, который будет сочитывать. Благословил хор, благословил предстоящий пир, благословил руководителей и распорядителей пира. Братья и сестры, но более всего, чтобы Бог благословил молодых, благословил наших друзей, которые нуждаются в Божьем благословении. Эти два семейства, которые сегодня переживают особо, потому что начинается их жизненный путь, Виталика и Оливии, чтобы Божье помазание прибыло с ними. И для этого, дорогие друзья, нужен кто? Нужен тот, кто благословляет. Мы Божий народ, мы Божьи дети. Призовем сегодня имя Господне, как в свое время призывал псалмопевец и говорит такие слова. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, чтобы Божье сегодня лицо было обращено на это собрание, чтобы Божье сегодня лицо было обращено на молодых, чтобы Божье благословение опочило на ихнюю жизнь. Дорогие братья и сестры, мы преклонимся пред нашим Господом и вознуждаемся в том, чтобы Господь благословил, потому что без Божьего благословения мы ничего не можем делать. Дорогие друзья, так в свое время сказал Христос, что без меня не можете делать ничего. Поэтому, призывая имя нашего Господа, мы понуждаемся в том, чтобы Господь благословил это служение. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благословенно имя Твое, Святое Божие. Мы благодарны Тебе, Иисус Христос, что по великой милости Твоей, Господи, Ты собрал нас на это место пред лицем Твоим, Господи Божий, для того, чтобы сегодня благословить нас.
благословить, Господи Боже Иисусе, Твой народ, благословить, Господи Боже, Твоих детей, предстоящих пред лицем Твоим, аллилуйя, эрфара мене готу рабудус, кемене клабеду штебенес. О, добрый пастырь, добрый отец неба и земли, Иисус Христос, мы нуждаемся, Господь, в милости Твоей, мы нуждаемся в благословении Твоем, мы нуждаемся в Твоей благодати, Господи, Боже вечный, потому что без Тебя мы не можем делать ничего. И мы, Господь, призываем Твое святое имя, Боже, на это место, благослови, благослови, Господи, Твоим благословением и Твоею благодатью, прибудь с нами, Господь, на этом месте. Твое присутствие, как в свое время, Господи, в Кане Галилейской, нуждались в том, чтобы Ты благословил и благоустроил, Господь Боже, то, что не хватало и не доставало, Господь. Мы, Господи, также нуждаемся в том, чтобы Твое благословение сегодня опочило на этом месте, Господь Боже, если есть какие недостатки, Господи, недоработки, Господи Боже, чтобы Твоя благодать, Господь Боже, на все покрыла и благоустроила. Отче Небесный, праведный и милостивый Отец, без Тебя мы не можем делать ничего. Господи, услышь молитву нашу в этот час. Благослови молодых, Господь, на этом месте. Боже, дай им, Господи, открыть свое сердце пред лицем Твоим и взыскать Твоего благословения. Благослови брата, который будет сочинять. Благослови песнопение хора. Благослови Твой народ, Господь, на этом месте. Боже, чтобы Твоя благодать и Твоя слава, она почила, Господь Боже, среди Твоего народа. Господи, и мы получили Твое благословение, Господь, на этом месте. Услышь молитвы наши в этот час, а мы, как дети Твои, за все благодарим и славим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, дорогие друзья, братья и сестры, имея этот благословенный день, который Господь нам подарил по милости Своей, в первую очередь хотел бы вместе с вами сказать слава Богу. Мы читаем такое место Священного Писания, это книга Псалтырь, 117 Псалом, 24 стих. Написано: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный». Дорогие друзья, этот благословенный день сотворил Господь, и это день радости. И для того, чтобы нам дальше продолжить наше торжество, нашу радость, нам необходимо позвать сюда виновников нашего торжества, жениха, невесту, ихних друзей. Сейчас мы поднимемся на наши ноги, хор будет петь псалом, и молодые пройдут, займут свои места. Thank you.
Дорогие друзья, можно присесть. Как мы уже отмечали, сегодня необычный, радостный день. В этом доме, в доме молитвы совершаются различные служения, не одинакового характера. Но сегодня такое радостное событие. Радостное событие для всей нашей церкви. Радостное событие для родителей молодых. И особенно для молодых, для Виталика, Оливии. Я думаю, они будут помнить этот день на всю жизнь свою. Сколько Бог продлит их жизнь. 5 ноября 2022 год. Они предстояли перед Богом. Бог сочетал их воедино. Перед нами жених Виталий Куланов, невеста Оливия Булгару. И не только, и их родители. Родители жениха, брат Константин, сестра Вера Уланова. И родители невесты, брат Виталик, сестра Алена Булгару. Дорогие друзья, я понимаю, что это милость Господня. Даже не все такие торжества, которые мы имеем сегодня, они проходят в присутствии родителей. Не у всех есть на это возможность, но Бог благословил. И все мы совместно предстоим перед Господом. Известное местописание, желаю прочитать, которое часто читается на браках, и нечто извлечь для всех нас. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих. Написано: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак». И мне пришло такое размышление. Кана Галилейская. Вообще Галилея – такое место, где люди не сильно служили Богу. Даже встречается так в Библии, что она называется Галилеей языческой. Не такие набожные люди, как иудеи. Но была определенная пара. Мы не знаем ихних имен. Между собой рассуждали, понимаю, советовали с родителями, кого звать. Решили позвать Матерь Иисуса, Иисуса, Его учеников. И они туда пришли. Они на это обратились, а нас позвали, мы должны там быть. Когда они находились на браке, где-то какая-то была недостача. Казалось бы, еще не пришло время. Но Христос на браке все благословил, все устроил. Я думаю, и наши друзья Виталик, Оливия, они хотели бы сегодня, в сегодняшний день, видеть Господа устрояющим, ощущать Его присутствие, Его действия, не так ли? И мы в этом нуждаемся. Мы все в этом нуждаемся, чтобы Бог в этом благословил. Дорогие друзья, пусть это для нас не будет в тягость. Мы еще совершим одну молитву. Когда уже молодые рядом с нами, мы помолимся, чтобы Бог, Он все устроил и благословил. Чтобы Бог благословил и пение хора, и наши сердца, и сердца молодых, чтобы они были способны принять то слово, которое Бог желает им передать. И в этом служении послал всякое свое благословение. Давайте мы сейчас для молитвы поднимемся на наши ноги и помолимся нашему Господу, прося Его благословения и Его устройства на это служение. Аллилуйя Тебе, живой Господь! Аллилуйя Тебе, всемогущий Боже! Отец наш Небесный! Мы приходим к Тебе, Боже, мы обращаемся к Тебе, к Тому, Который устрояющий, благословляющий, Господи! Аллилуйя Тебе! Раги кисофи лурины рифаны генсероги генигалори нерегонса, Господи! Ренего гелаги пироги соги перикарон нерегонса, Иисус! Некогда Ты был устрояющим на том браке, Господи! О Боже, мы так нуждаемся видеть Твое присутствие, ощущать Тебя и в этот день, в этом служении. О, дорогой Господь, благослови Ты нас, Господи! Молю Тебя, благослови, Господи, всех нас присутствующих, родителей молодых, Господи! Благослови Виталику и Оливию, Господи! Открой их сердца, им принять
принять то, что будет сказано, Боже. О, дорогой Господь, благослови брата регента Христа, Господи. Благослови меня, Боже, я так же нуждаюсь в Тебе. Даруй, Господи, Боже, во всем Твое устройство, Твое благословение, дабы имя Твое во всем прославилось и возвеличилось. Мы в Твои всемогущие руки отдаемся. Тебе приносим славу, честь и хвалу наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы займем свои места. Христы пропоют псалом «Христос, ты в Кане Галилейской». Действительно важные слова «Приди и нас благослови». Я думаю, это желание молодых Виталика и Оливии, не так ли? Да, это есть очень важно и необходимо. И с Господним благословением жить хорошо. И даже смотря вот на сегодняшний день, мы понимаем, что это есть Божье благословение. В мире, в тишине, в покое, когда все спокойно вокруг нас, мы можем так свободно собраться, и это служение, оно проходит перед Господом. Мы понимаем, что мир, в котором мы живем, люди по-разному устрояют свою судьбы. И видим некрепкие судьбы, такие ненадежные, непрочные. Дорогие друзья, но то, что скрепляет Господь, это серьезно, это благословенно. Люди это ощущают и переживают всю свою жизнь. Мне приятно видеть здесь Виталика, Оливию, члены нашей церкви, члены нашей молодежи. Вместе трудились, где-то что-то совершали, и их жизнь проходила. Бог благословил. Сейчас особенный день, они предстоят перед Господом. Вот то, что они будут говорить, обещать, Бог этому будет свидетель, это будет запечатлено у Господа. В такой-то день были сказаны такие-то слова. Бог на это обращает внимание. Конечно же, и мы все друзья, которые присутствуем здесь, мы будем свидетелем того, о чем будут говорить, заявлять наши друзья. Для того, чтобы совершать вот это служение, служение бракосочетания, нужно, чтобы в этом было согласие
и благословение. Нужно, чтобы было согласие с обоих сторон и благословение. Бог со своей стороны, Он расположен, и Он благословляет человека. Но для Господа все же важно, какое отношение люди имеют друг к другу. Когда совершалось служение обручения, мы уже задавали подобный вопрос, спрашивали Виталика, Оливию об их расположении друг к другу. Но сейчас, во время брачного торжества, я также хотел бы к ним обратиться в присутствии всех вас. Брат Виталик, как ты со своей стороны берешь себе в жену сестру Оливию? По любви? Да, по любви. Слава Господу, это хорошо, и это важно. Также сестра Оливия, как ты со своей стороны готова выйти замуж за брата Виталика? По любви и по согласию? Или, может быть, кто-то тебя принудил, сказал: Оливия, вот это сейчас, а если не сейчас, значит никогда. Как ты? Да, по любви и согласию. Слава Господу, это хорошо. Есть те, которые очень много сделали для Виталика и Оливии, и это есть их родители. И мы также обратимся к ним и спросим и у них, как они со своей стороны, согласны ли они, благословляют ли они своих детей. В первую очередь хотел бы обратиться до брата Константина, сестры Веры. Как вы согласны, чтобы ваш сын Виталик взял себе жену, сестру Оливию? Да, согласны. Да благословит их Бог. Благодарим, сестра Вера. Согласна. Благословляю. Слава Господу. Также желал бы обратиться и к родителям невесты, брат Виталик, сестра Алена. Как вы со своей стороны, вы согласны и благословляете вашу дочь Оливию, чтобы она вышла замуж за брата Виталика? Мы согласны, пусть Бог благословит. Согласны, пусть Бог благословит. Слава Господу. Это очень важно. Дорогие друзья, когда есть согласие, любовь, расположение, мы можем продолжать это служение. Но я также хотел бы обратиться и ко всем вам присутствующим. Дорогие друзья, церковь, молодежь, как вы со своей стороны, вы благословляете этих молодых людей на то, чтобы Бог их сочетал, и они путь свой продолжили вместе? Слава Богу! Молодежь так дружно благословляет, это хорошо. Значит, и на них по Писанию придет Божье благословение. Так говорит нам Слово Божье, что мы призваны благословлять, чтобы благословение, оно приходило и на нашу жизнь. Поэтому, смотря на согласие, расположение, мы видим, что нет причины, чтобы нам не совершать это служение. Напротив, есть хорошая причина нам все же совершать это служение перед Господом. И когда мы смотрим на Божье Слово, Бог только сотворил вселенную, сотворил человека, сотворил Адама, он уже назвал всех животных и сказал: ну, Адам, живи, и так далее. Нет. Написано, что Бог посмотрел, сказал: нехорошо быть человеку одному. И в первой главе книги «Бытие» с 27 стиха мы читаем такие слова. Написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог. В самом начале написано, Бог сотворил первых, мужчину и женщину, Адама и Еву. Бог, Он является Творцом семьи. Он сотворил, написано, и благословил. На этом браке было очень мало людей. Очень мало. Только Бог, Он присутствовал своим присутствием, благословил, и это было благословенно Господом пара. Я так верю, что сегодняшний день Бог в своем предвидении видел намного раньше, что придет этот день, эта суббота, Виталик, Оливия, они предстанут перед Господом. Они будут нуждаться в Божьем благословении, и Бог, как тот, который
многократно и многоразлично людей благословляет, Он готов их благословить. Как Он благословил первую семью, так Он желает благословить и вот эту семью, которая, эту будущую семью, которая сейчас стоит перед нами. Но Божье благословение, оно имеет свои условия. Если мы их исполняем, эти условия, эти заповеди, благословение Господне, оно обязательно приходит. Мы это можем наблюдать и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Мы это можем наблюдать в нашей жизни. Мы исполняем Божье благословение, оно приходит. Бог, Он неизменен. Бог не так, что одного благословляю, и второго нет. Нет. Написано, что тот человек, который исполняет волю Божью, он получает благословение от Господа. Наши друзья Виталик, Оливия, пока они были в родительских домах, в них были свои заповеди. Но с сегодняшнего дня какие-то дополнительные заповеди, они будут возложены на них. И когда мы прочитываем Божье Слово, то оно для разных людей ставит, оставляет какие-то определенные заповеди. Не для всех одинаковые. Для мужа свои, для жены свои, для детей свои. Возможно, для тех, кто в престарелом возрасте, там тоже свои заповеди. Но учитывая, что мы имеем такое служение, именно брачное торжество. Я все же хотел бы посмотреть, понятно, что на все мы не сможем посмотреть, но хоть на какие-то заповеди обратить внимание, о чем говорит Библия в отношении мужа и жены. Так как после молитвы брат Виталик, он уже вместо статуса жениха, он получит статус мужа. А сестра Оливия вместо статуса невесты, она уже получит статус жены. И пусть Бог их в этом благословит. В первую очередь я хотел бы обратить внимание на некоторые заповеди, которые Божье Слово адресует мужьям. И мы читаем такое место Священного Писания, это первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Написано так: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Дорогие друзья, вот эту иерархию установил сам Бог. Жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. Виталик, после молитвы ты будешь иметь вот эту заповедь. Ты становишься главою для твоей жены. И если Бог даст деток и для всей вашей семьи, и ты можешь сам себе рассуждать, вот это хорошо, приятно, у меня будет какая-то власть, у меня есть привилегия, меня будут все слушаться. Я сказал, делается. На самом же деле больше ответственности, чем какой-то власти. Больше ответственности. Почему будет больше вопросов? Тебя будут спрашивать совета, как поступить. И на тебя возложена ответственность вести твою семью. Вести, направлять твою семью. Это есть очень важно перед Господом. Я так вспомнил, как-то один муж, он так выразился, сказал, говорит: «Я дал указание своей жене, а оно не исполняется». И по нему видно, что ему это неприятно, ему так нехорошо. Как это так? Я ей дал указание, она не делает. Почему так? Но все же, размышляя над этим, я хотел бы, Виталик, обратить твое внимание, из чего же важно таки начинать. Апостол Павел говорит: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Всякому мужу. Какой бы муж ни был способный, возможно, начитанный, образованный, возможно, он что-то много еще имеет, каких-то хороших качеств, но ему глава Христос, над ним есть глава. Есть тот, которого он должен слушаться, от которого он должен получать какие-то советы.
пожелания, какие-то наставления. Он должен с ним быть в близкой связи. И когда так будет, он будет благословенную главою для своей семьи. Поэтому, Виталик, пусть благословит тебя Бог. Пребывать в общении с твоим главою, пребывая в Божьем Слове, молясь Господу, пребывая в таком молитвенном предстоянии перед Господом за себя, за свою семью. Бог, Он будет управлять тобою и направлять тебя. Другая заповедь, на которую хотел бы обратить внимание, записано послание апостола Павла к Ефесянам. Мы читаем 5 глава с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Вот это заповедь для мужей. «Мужья, любите своих жен». Но вот если бы сейчас Виталику сказать: «Виталик, ты должен любить Оливию», он скажет: «Да я не то, что должен, я хочу, я расположен, это есть в моем сердце». Но эта заповедь дана не только на сегодня, она дана на всю жизнь, и она дана на всякие ситуации. Возможно, где-то что-то произошло, где-то что-то случилось, но ты должен любить свою жену. И здесь поставлен в пример Иисус Христос, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Когда Он возлюбил церковь, она уже была совершенная? Нет. Но Он ее возлюбил, такой, как она есть. Виталик, ты должен будешь в жизни своей любить Оливию во всех обстоятельствах. Даже если где-то тебе показалось, что она с тобой поступила нехорошо, все равно ты должен иметь любовь. И любовь, написано, она в состоянии покрывать множество грехов, множество недостатков. Пусть благословит тебя в этом Господь. Здесь еще так подмечает апостол Павел, что Христос настолько велико возлюбил церковь, что предал себя за нее. Вот это для Иисуса Христа стоило очень много. То, что Он перенес, какие страдания, муки, смерть, но Он готов был это перенести ради того, что Он ее возлюбил. Виталик, пусть поможет тебе Бог. Вот чтобы в жизни не встретилось, пойти на все, проявить любовь во всем, потому что она есть твоя жена, законная жена перед Господом. Возможно, будут такие ситуации, ты где-то пришел с работы, ты уставший, тебе хочется присесть на диван, отдохнуть, расслабиться, но ты видишь, там на кухне кто-то работает, твоя любимая жена. Ты думаешь, как быть, помочь или, возможно, остаться на диване? Но, возможно, и она тоже пришла с работы, и она тоже уставшая. И здесь апостол Павел в 28 стихе говорит: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Вот если она устала, и я устал, но если я ее люблю как себя, то я готов пойти вместе, потрудиться, приготовить, возможно, что-то сделать для того, чтобы как-то и ей сделать полегче. Пусть благословит тебя Бог, чтобы действительно Оливия могла замечать твою любовь и где-то в сердце своем сказать: «Господи, я вижу, ты меня благословил любящим мужем, который, возможно, не просто мне иногда говорит какие-то слова, на деле оказывает свою любовь». В первом послании Петра, в 3 главе, 7 стихом, мы еще читаем об одной заповеди, которая оставлена для мужей. Написано: «Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Написано: «оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни. Бог дает, Виталик, тебе Оливию, чтобы вы вместе имели вот эту благодатную жизнь, добрую жизнь, чтобы вы имели довольство и радость. А Божье Слово тебе говорит, что ты должен ей оказывать честь. И вот если бы я тебе задал вопрос, Виталик, кто стоит рядом с тобой, чья дочь? Ну, ты бы даже, возможно, много не задумываешься, ты бы сказал брата Виталика, сестре Алены. Но не только. Перед тобою стоит дочь небесного царя. И если так подумать, вот к дочерям царским, мы это где-то можем прочитать в Библии, мы это где-то можем видеть в жизни, какое к ним отношение? Ну, к ним относятся с честью. Этих людей уважают, это есть авторитетные люди. Знаешь, это очень есть важно для тебя. Так же и для Оливии. Если в будущем Бог даст вам деток, для того, чтобы ваш авторитет был высок в глазах детей, в первую очередь для вас важно правильно относиться друг к другу. Друг к другу оказывать честь. Это очень важно есть и необходимо. И когда так будет, и дети, они тоже будут почитывать и маму, и папу. Бывает, к сожалению, такое, что где-то даже муж за свою жену может сказать, да что она там знает? Это неправильно. Муж знает, но и жена тоже знает. Друг друга уважать, почитывать, и пусть поможет тебе Господь Виталик в этом первому подавать добрый пример твоей семье. Да благословит Господь. Еще есть много наставлений. Понятно, что мы всего не будем касаться. Также хотел бы коснуться и некоторых заповедей, которые относятся к Оливии. Вообще заповеди по Библии – это есть благо. Это есть благословение, потому что когда мы их исполняем, в нашу жизнь приходит добро. Я уже сегодня прочитывал этот стих, 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих, где говорится, что жене глава муж. Ну и можно размышлять, ну жене глава муж, какой муж? Возможно, такой дальневидный муж. Возможно, муж, который очень смышленный, очень разумный. Но в Священном Писании нету такого примечания. Жене глава муж, всякий муж, он является главой жене. И это есть Божие установление, Божие определение. Так сказал Господь. Возможно, Оливия, иногда будут такие ситуации, ты можешь подумать, что где-то в чем-то я знаю лучше даже, чем Виталик. Мне и не нужно советоваться, что-то спрашивать или говорить. Но ты должна понять для себя, что именно через исполнение заповеди Божье благословение, оно приходит в твою жизнь. Если его Бог поставил надо мною, ты должна принять. Я его уважаю, я его почитаю. Он этого достоин. Я помню один такой пример в жизни моей был, это уже прошло немало времени, мы посетили один дом, эти люди собрались, и там присутствовали некоторые жены, мужья, их дети. Я обратил внимание, одна из жен, она так довольно, я бы сказал, резко высказывалась о мужьях и при детях, при своему мужу, при остальных родственниках. Говорит, да что вы мужья без нас, да вы ничего не можете, вы такие незначащие и так далее. И такие слова продолжает. Я еще был не женатый, но мне было неприятно. Я думаю, я бы не хотел слышать такое в свой адрес в присутствии остальных людей. И эта жена так выражалась, говорила. Потом там был один брат, разумный брат. Он все это так аккуратно загладил, успокоил это. Но прошло некоторое время, и эта жена, она очень сильно пожалела, что она так сказала. Потому что очень большие проблемы пришли в эту семью. И эти проблемы, они продлеваются до настоящего времени. Оливия, пусть поможет тебе Господь почитать Господа так, чтобы это было отмечено у Господа, чтобы это и окружающие также могли заметить, смотря на твою жизнь.
В первом послании Петра, в 3 главе, с 1 стиха, еще говорится об одной заповеди для жен. Написано: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». И когда мы прочитаем вот эту главу, мы видим, что 6 стишков апостол Петр адресует женам, и только один мужьям. И что-то оно так в жизни есть, что чаще всего женам больше уделяет внимание, даже и здесь в Библии. И апостол говорит о том, что чем должны жены украшать себя. Вот этот мир, он живет другими приоритетами. Они как-то по-своему себя украшают, хотят выглядеть привлекательно. Но апостол Петр говорит, что же должно быть, что же то, что есть драгоценно перед Господом. «Сокровенный сердце человек в нетленной красоте, в красоте, которая не исчезает, которая на все время». И далее говорится: «кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Господом». Пусть поможет тебе Господь заботиться о том, что драгоценно перед Господом. Не то, что перед людьми, не на то, что люди больше обращают внимание, но то, что драгоценно перед Господом. И если в тебя вот это будет, кроткий, молчаливый дух, нетленная красота, через этого ты сможешь достичь очень много чего хорошего. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, в книге «Притч» в 14 главе, первым стихом, мы читаем такие слова. Я прочитаю только первую половину. Написано: «Мудрая жена устроит дом свой». Вторая половина стиха не очень привлекательно звучит. Но мудрая жена, она устроит дом свой. Не всякая жена. Не всякая жена, она может устроить дом свой. Возможно, немало есть таких женщин, которые умеют сделать красивую обстановку в доме, и картину правильно повесить, и мебель поставить, и цветочки. И это и неплохо, это нормально. Но устроить дом свой, чтобы в доме были добрые отношения, мир, покой, уважение друг к другу, чтобы царила Божья благодать там. Не все на это способны. Но все же, когда мы читаем Божье Слово, чтобы это делать, есть у Господа выход. Написано, что мудрости можно просить. Ее можно искать. Искать в Божьем Слове. Просить у Господа на коленях. Когда ты это будешь делать, мудрость от Господа, она будет приходить в твою жизнь, ты от этого будешь черпать благословение. Я еще желал бы рассказать такой один пример. Как-то говорил с одной сестрой. И так ее жизни получилось, что она вышла замуж. Муж ее был верующий, но прошло какое-то время, ее муж, он остыл, он отступил, перестал посещать церковь. Но она говорит: «Я всегда моим детям говорила, какой бы папа ни был, вы должны его почитать и уважать. Все равно он ваш папа». И она говорит: «Я и сама старалась перед детьми всегда с моим мужем поступать хорошо». И жизнь шла. Прошло какое-то время, этот муж, он покаялся. Он пришел в церковь, он восстановился. И как дети его уважали тогда, когда он и покаялся, так они и продолжили его уважать дальше. Но по той причине, что там была мудрая жена. Если бы ее отношение было неправильно, если бы, возможно, она в адрес мужа говорила какие-то слова, папа, он бы полностью потерял авторитет в своих детей.
Но она поступала правильно и из этого имела от Господа благословение. Хотел бы также обратить внимание и к вам обоим. Некоторые такие заповеди, которые в Божьем Слове вы можете применить для себя уже как муж и жена. Мне очень нравится один стих, это вторая книга Паралипоменон, 27 глава, 6 стих. Там описывается об одном царе по имени Иоафам. Написано, что он был силен по той причине, что устроял пути свои перед Господом. Устроял пути свои перед Господом. Значит, для него было важно, как Бог смотрит на его жизнь. Для него было важно, чтобы Бог, он управлял его жизненным путем. Он в этом нуждался, и Бог устроял его пути, он в жизни своей имел успех. Я знаю, будете этого искать, это придет в вашу жизнь. Также перед вами находятся самые дорогие для вас люди. Это ваши родители, папы и мамы. Дорогие друзья, почитайте их. Почитайте их достойно. Я сам себе не раз так рассуждаю. Папе и маме мы не сможем воздать никогда за все то, что они сделали для нас. Не сможем. Мы не в состоянии. Но все же мы можем хоть как-то их отблагодарить. Если мы идем к ним в гости, идем не с пустыми руками. Если, возможно, они где-то что-то переживают, мы звоним, узнаем, мы за них молимся, мы их поддерживаем, мы готовы их выслушать. И это есть очень важно и необходимо. Дорогие друзья, пусть Бог вам в этом поможет. Также желал бы прочитать одно место Священного Писания. Это записано в первой главе книги «Бытие», 28 стихом. Написано, когда Бог благословил первых людей, Он им сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресвыкающимся по земле». Бог благословил. И множество таких различных благословений Бог адресовал в сторону вот этой первой семьи. Но первая из них – плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Мы с вами уже встречались, говорили. Дорогие друзья, пусть поможет вам Бог принять всех деток, которых Бог вам хочет дать. Чтобы ваше сердце, оно имело покой перед Господом. Принять их и воспитывать их, как говорит Священное Писание, в учении и наставлении Господнем. Вы трудились до этого часа в церкви, в народе Божьем. Дорогие друзья, не останавливайтесь. После вашего брака, после того, как вы уже стали мужем и женою, вы насажденные в доме Господнем, чтобы приносить плод, находите свое место и трудитесь для Господа и для Его славы. Еще желал бы прочесть место священное, место Священного Писания, очень важное место. Это первое послание Коринфянам, 7 глава, 10 и 11 стих. Написано: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем и мужу не оставлять жены своей». Апостол Павел говорит, это не я повелеваю, это Господь, это Божье определение. Жене не разводиться с мужем, мужу не оставлять жены своей. Дорогие друзья, пусть у вас даже не будет таких мыслей. Отгоняйте их, такие мысли. Напротив, утверждайте, говорите в своем разуме, говорите друг другу, Бог нас соединил, Бог нас сочетал. Утверждайте это, что вы созданы Господом друг для друга на все дни вашей жизни. Да благословит вас Господь. Сейчас бы я хотел бы обратиться к вам, Виталик, Оливия, выслушав вот эти наставления, как вы, Виталик, в первую очередь, как ты, согласен ли ты исполнять все те Божьи наставления, которые имеют Священное Писание для тебя, как для мужа, и быть верной Оливии во всей жизни твоей? Согласен.
Также, Оливия, как ты согласна, вот то, что относится к тебе, как к будущей жене, так исполнять в своей жизни, быть верной Виталику во всю твою жизнь? Согласна. В знак вашего согласия, дорогие друзья, подайте руки друг другу. В этот час хористы споют псалом «Две руки пред Богом ныне». Дорогие друзья, братья и сестры, мы будем готовить себя к самой ответственной части этого служения. Нам предстоять перед Господом в молитве, просить Божьего благословения, призывать Божье благословение. Оно очень нужно. Я еще не встречал в своей жизни людей, которые бы сказали, что Бог меня настолько благословил, что мне больше Его благословения не надо. Я не встречал. Мы его получаем, имеем, и мы просим, и далее нуждаемся в нем перед Господом. Я понимаю, что молодые, Виталик, Оливия, они нуждаются в Божьем благословении. В этот ответственный день, когда они предстанут перед Богом. Желал бы прочитать место Священного Писания, которое часто читается на браках, но оно очень такое важное, серьезное. Написано 1 Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. «И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он просил».
Дорогие друзья, вот можно посмотреть на этого мужа через Священное Писание. Написано, что «и воззвал Иовис к Богу». Не просто налегке такая молитва, нет. Но он воззвал Господу с нуждою, с просьбою. «О, если бы ты меня благословил!» И он говорит, в чем, Боже, благослови, открывает свое сердце. И написано, «и Бог не спаслал ему, чего он просил». Вот Бог, который благословляет, который расположен благословлять, он благословил этого человека. Он это в жизни своей получил. Также мы вспоминаем Исааку. Написано, что когда пришло ей время выходить замуж, ее научили, как нужно просить. И она встречается с своим отцом. Она была на осле, сошла с отца и говорит, дай мне твое благословение. Я понимаю, что вот эти молодые люди, они уже дома обращались с родителями и говорили, благословите нас. Я знаю, что сердце родительское, оно расположено благословлять. Дорогие друзья, приходите к тому, который может благословить нас, вас настолько, как этого сделать никто не сможет. Он есть благословляющий. И это приятно иметь в жизни своей. Поэтому, дорогие друзья, я бы просил всех нас, давайте мы откроем свои сердца. Каждый из нас. Просто поймем для себя, что и от лично каждого из нас что-то зависит. Когда мы присутствуем на этом месте, мы тоже можем благословить, мы тоже можем нечто сказать доброе за них перед Господом. И Бог, Он их благословит, и они будут счастливы в жизни своей. Порядок нашей молитвы будет следующий. Молодые сейчас преклонят колени. Пожалуйста, постелите коврик, мы все, друзья, поднимемся на наши ноги. Хор будет петь псалом «Боже, предстали по воле Твоей». Мы будем находиться в молитвенном состоянии, предстоять перед Господом. Сначала помолится отец жениха, потом мама жениха, помолится отец невесты, мама невесты, помолится жених, затем помолится церковь, и служитель в окончании совершит эту молитву перед Господом для того, чтобы Бог сочетал, соединил этих друзей воедино. Пусть Бог благословит. Thank you.
слава Тебе, хвала, благодарность, Отец Небесный. То, что Ты Сын Божий, то, что пострадал, умер и воскрес ради нашего спасения, ради нашего оправдания. Хвала Тебе, Господи, что Ты умер и подарил нам, Господи, надежду на вечную жизнь. Слава Тебе, хвала, благодарность, великий Христос. Я благодарен Тебе за то, что Ты продлеваешь еще дни благоденствия, Иисус, что мы в таком количестве народа Божьего можем собраться и прославить Твое имя и благословить наших детей, Господи. Слава Тебе, хвала, благодарность. Я благодарен Тебе за семью, которую Ты мне дал, Господи. Я благодарен Тебе за Виталика, который Ты мне дал, Господи. Благодарю Тебя, что Ты его, Господи, благословил, что он, Господи, во Христе Иисус, Господи, и сохранил себя до сегодняшнего дня, Господи. Благодарю Тебя и славлю, что Ты послал Оливию в его жизнь, Господи. И мы просим и молим, Господи, Твоей милости и Твоего благословения, Господи. Мы, как родители, Господи, благословляем их во имя Иисуса Христа, Господи. И также просим, благослови Ты их, Иисус, Господи, на эту, Господи, жизнь, которую, Господи, им предстоит пройти вместе, Господи, совместную жизнь, Господи. Я прошу Тебя, Господи, также вот, которые все наставления, Господи, были сказаны, Иисус, Господи, помоги, чтобы они приняли в сердце и исполнили в жизни своей, Господи, чтобы они в радостях и горестях, Господи, призывали Твое имя в доме своем, Господи, и всегда, чтобы Ты был в центре их, Господи, Отец Небесный. Я прошу Тебя, великий Христос, благословляя, благослови их здоровьем, Иисус, Господи. Я прошу Тебя, храни от всяких злых, беспорядочных людей, от неизлечимых болезней, Господи, от преждевременной разлуки, Господи, помилуй, я прошу Тебя, великий Христос. Также, если Ты благословишь их детками, Господи, помоги, чтобы они были здоровыми, полноценными, в радость, Господи, родителям и для славы Твоей. Боже великий, Господи, также я еще раз благодарю, Господи, за народ, который пришел вместе с нами порадоваться за наших деток, Иисус, Господи, вместе разделить эту радость, Господи. Благослови каждого, Господи, благослови их семьи, благослови, Господи, надали наше служение Тебе за все слава, хвала. Аминь. Господь мой, Бог мой, пред Твоим лицем, Господи Боже, посреди Божьего народа, предстаю ныне, Господи, с благодарным сердцем. До сего часа и места Ты помог, Господь, Ты хранил, Ты миловал, благословлял, Господь. Охрана, крада Твоя, забота Твоя, милость Твоя, попечение было и о нас, и о детях наших, Господи Боже, за весь путь пройденный благодарю Тебя сердечно, Боже, славлю Тебя, Господь Иисус. Благодарю за этот день, Господь Иисус, что Ты позволяешь нам, Господи, мирно, тихо собраться, Боже, с таким торжеством совершить служение, бракосочетание наших детей. Слава Тебе, Иисус! Благодарю Тебя, Господи, за Виталика, Боже Иисус. Он рос добрым, послушным сыном, Боже. Он был всегда радостью, благословением для нас, Господь. Слава Тебе, Иисус, что Ты даруешь ему помощницу, Господи. Благодарю Тебя за Оливию, Боже Иисус. Прошу милости, Господи, Боже, презри на них, Господь, излей потоки Твоего благословения, Господь. Я верю в Тебя, есть ли они благословения, Господь, они сохранили себя, Боже, предстоят пред Твоим лицем, Иисус. Благослови, Господи, Боже, да живут они в мире, в радости, в любви во все дни жизни своей, Боже. Да служат они Тебе, Богу живому, Господи, да чтят они Тебя, Господи, Боже, Бога живого, Иисус. Да служат и ходят в страхе пред Твоим лицем, Боже Иисус, в свете Слова Твоего, Господь. Чтобы они, Боже Иисус, были примером, светом для Божьего народа, для окружающих людей, Господь. Храни, чтобы они никогда не послужили никому соблазном, Боже, или преткновением, Боже. Сохрани, Господи Иисус, от всякого рода зла, Господь, от всяких лжеучений, Господи, от страшных болезней, от аварий, Господи. Сохрани, Господь Иисус, от всяких несчастий, от беды, Господь. Сохрани, Господь Иисус, я милости прошу. И веряй их под покров Твоей святой крови, Господь. Сбереги их души для своего царства, Господь. Сохрани и благослови, Иисус. Благослови Виталика как священника в их доме, Боже, как мужа, как главу, Господь Иисус, как хозяина, Господь. Благослови, Иисус. Руководи его советом Твоим, Боже Иисус. Такая ответственность возлагается на него сегодня. Боже, благослови, прибудь с ним, Господи. Благослови также Оливию,
как помощницу, как жену, как хозяйку, Господи, благослови, Иисус, едини сердца воедино, Боже. Благослови, Господи Иисус, послушными, добрыми, красивыми детками, Господи Боже Иисус, да служат они всей семьей Тебе, Господь Иисус. Благослови, я милости прошу, Господь Иисус, и также благодарю Тебя, Господь, за каждого, кто пришел сегодня, Боже, помолиться за наших детей, Господь, это ценно в глазах, Господи Боже Иисус наших, благодарю Тебя, Иисус, и все руки трудившиеся, Боже. Мы не сможем каждому воздать, поблагодарить, Боже, Ты можешь, Иисус. Благослови пир также, да будет там Твое устройство, Господи, славится имя Твое, Святое Божие. Новых наших родственников благослови, Господь Иисус. Тебе слава за все и за нашу церковь, за братьев, Господи Боже, благодарю Иисус за весь труд их, Боже. Тебе слава, слава Тебе, единому Богу. Аминь. Отец Небесный, Творец неба и земли, Бог наш, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, Господь, мы пристали при лице Твое в этот час, в этот день, для того, чтобы поклониться Тебе, воздать Тебе хвалу, славу, честь, благодарность. За то, что по великой Твоей милости и любви все мы храним до этого времени, Господь Иисус, благодарим Тебя за этот день благословений, благодарим Тебя за благоденствие, благодарим Тебя, Господь, за все, что мы имеем в жизни нашей, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты побудил сердца наши, чтобы всем нам прибыть на место это в этот час, Господь. Милость Твоя к нам прими за все благодарность, мы имени Твоему поклоняемся. Господь Иисус, также благодарим Тебя за детей наших, Господь. Они сегодня перед нами, Господь, они сегодня перед народом Твоим и перед Тобою. Молитва наша, Господи Боже, и прошение наше сегодня о них, Господь Иисус, Тебя Ты благослови. Ты видишь их сердца, Ты видишь наши сердца, Ты видишь их желания и наши желания, Господь. Мы в руки Твои предаем, Господь Иисус, Отец Небесный, как прежде, когда они еще были новорожденными, Господь, младенцами, мы принесли их в этот дом, и мы, Господь Иисус, посвятили их Тебе, и мы ни разу об этом не пожалели, мы видели благословение Твои во всех жизнь, Господи Боже, мы видели охрану, мы видели устройство, Господь Иисус, и ныне перед нами они предстоят, Боже, мы Тебя за это благодарим, Ты достоин славы. Господи, в этот час мы их также в руки Твои предаем, Господь Иисус, мы молим Тебя, чтобы Ты их благословил, чтобы Ты их сохранил, чтобы Ты их защитил, Господи, чтобы Ты благословил их жизнь земном, духовном, Господь, чтобы Ты во всем послал достаток, чтобы, Господи, ни в чем не терпели нужды, чтобы Ты, Господи, помог им остаться верными друг другу, остаться верными Слову Своему, чтобы остаться верными обещанию Своему, чтобы они остались верными Тебе, Господь Иисус. Чтобы они, Господь Иисус, сохранили, Боже, сердца свои друг для друга и для Тебя также, Иисус, молим Тебя, благослови, управи рукой свою во всем, Боже. Мы молим Тебя, благослови также остаток сегодня до конца, Господь, управи рукой свою, чтобы все было во славу Твоего имени, под охраной Твоей, Тебе за все хвала. Пусть будет вечно, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Тебе, Господь, Боже мой. Мы пристали пред Тобой сейчас, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за день, Господь, что Ты дал нам его, Господи Божий, и мы видим наших детей, Иисус, пред Тобой, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господи Божий, дал нам его, Господь. Благослови Ты, Господи, Ты знаешь все, Иисус. Мы в руки Твои святых предаем, Господь, устрояй в жизнь, Господи. Во всем веди, Господь, своей рукой, помоги им, Господь. Храни в своей руке, Господь. Помоги во всем. Аминь. Господь Божий, я благодарю Тебя за этот день, Господь, за то, что Ты поднял живыми и здоровыми, за то, что Ты благословил нас, привел нас на это место. Я благодарю Тебя за то, что Ты был моим Богом, и Ты помогал мне в моей жизни. Я видела Твою сильную руку. Ты меня благословлял до сего места. Я славлю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты мне подарил таких хороших родителей, за то, что Ты мне их дал, и они меня любили 19 лет, и за мной смотрели, меня воспитали, Господь, привели меня к Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты мне подарил Виталика. Я так прошу Тебя, благослови нас и нашу жизнь совместную. Помоги мне быть хорошей, мудрой женой и устроять дом свой.
Помоги нам, Господь, всегда иметь согласие, единогласие, единодушие. Прошу Тебя, Господь мой, благослови нас. Благослови Виталика, Господь, я прошу Тебя, дай ему мудрость и благослови его, как священника дома нашего. Я так умоляю Тебя. Помоги нам, Господь, приближаться к Тебе каждый день и друг к другу. Я так прошу Тебя, Господь наш, если Ты нас благословишь детьми, я так прошу Тебя, помилуй нас и дай нам хороших, чтобы они были полноценны и здоровы. Я так умоляю Тебя, Господь, да будет Твоя рука над нами. Я прошу Тебя, Господь, также благослови Ты вторую часть этого служения и этот день впереди. Нашу жизнь благослови совместную. Я так прошу Тебя, славлю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь Святой, Боже мой, благодарен. Я переполнен благодарностью Тебе, Господь, за все, что Ты даровал мне в моей жизни, Господь. Всегда благословлял, Господь Божий. Благодарен Тебе, Господь, за этот день, который Ты мне даровал, Господь Божий мой. Да будет Твое святое имя прославлено и возвеличено на этом месте и в наших сердцах, Боже мой. Благодарю Тебя за моих родителей, Господь, за родителей Оливиных, Господь Божий Святой, за то, что они показали нам добрый пример, Боже мой, приводили нас в церковь, Господь Божий мой, наставляли, может быть, обличали, Господь Божий мой, чтобы мы служили Тебе, Господь, чистой, доброй совести, Боже. Благодарю Тебя за них, Господь, благослови их, прошу Тебя также. Благодарю Тебя за Оливию, Господь, за то, что Ты мне ее даруешь, Господь. Это, Господь, самый большой подарок, который Ты мне даруешь, Господь, в моей жизни. Благослови нас, Господь, этой совместной жизни, Господь. Благодарю Тебя также за наших друзей, Господь, которые Ты нам даровал на этом месте. Они пришли сюда разделить эту радость с нами, Господь. Благодарен Тебе за них. Благослови их каждого, Боже. Прошу Тебя также, Господь, помоги мне, Господь, быть должным священником в нашем доме, Господь, быть хорошим мужем для Оливии, Господь, прошу Тебя, если Ты благословишь нас с детьми, Господь, быть хорошим отцом, Господь, помоги мне быть, показать им добрым примером в моей жизни, Господь Божий, и нам, как родителям, показать им добрый пример, Господь, как наши родители показали нам, Господь, благослови в этом, прошу Тебя, и помоги, Господь, во всем, чтобы мы, Господь, не делали, чтобы мы искали Твоего Святого, Господь, благословения, Боже, мы искали Твоего совета, Господь, всегда держались Тебя, Господь, и никогда ничего не делали без Твоего благословения, Господь. Прошу Тебя, помоги всегда держаться Тебя, Господь, в нашей жизни и во всех обстоятельствах жизни, какие бы ни были, помоги всегда любить и уважать ее, Господь Божий мой, поступать с ней благоразумно, Господь Божий мой, и во всем, Господь, чтобы я был примером, Господь, для нее и хорошим мужем. Благослови, Господь Божий мой, с Твоей помощью и благословением, Господь, я думаю, это возможно. Также, Господь, благослови нас, Господь, если Ты благословишь нас хорошими детьми, Господь, помоги, чтобы они были красивыми, Господь Божий мой, полноценными, здравыми, Господь, и нас, как родителей, благослови, Господь Божий мой. Прошу Тебя, благослови также надали этот день, Господь Божий мой. Прибудь с нами, Господь Божий. Тебе за все слава, хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогая Церковь, братья и сестры, давайте мы в молитве возвысим наш голос перед Господом. Будем молиться. Аллилуйя, Господи, о Иисус, Бог живой, Рафиг, Сурен и Рефарсен, Боже, аллилуйя, о Творец, о Господь, мы к Тебе идем, Боже, мы к Тебе прибегаем, живому Богу, благословляющему, аллилуйя, о Раги, Кедика, Рефаг, Рико, Соги, Рико, Рофик, Лира, Нарифанса, Горе, Нарифанса, Рани, Нарифанса, аллилуйя, о Господь, Бог праведный, призри, Господи, призри, Боже, на эту молодую чету, Господи, на эти два сердца, Господи, которые имеют любовь, расположение друг к другу. О, Иисус, призри в этот час, Господи, соедини, сочетай, руфелейри нариканца, Твоя божественная рука да будет во
возложено на них, Господи, от этого часа и надалее. О Боже, мы призываем Твое благословение, которое обогащает, которое печали не приносит. Господи Иисус Христос, благослови их, Боже праведный, чтобы их жизнь, она пришла по воле Твоей, так как угодно Тебе, о Господь, Иисус Христос, благослови Виталика как мужа, как главу, Господь, благослови его, Боже, быть постоянно в связи с Тобою, научаться от Тебя, Господь Иисус, дабы ему прокладывать добрый путь для всей семьи, Господи, помоги ему быть добрым, любящим мужем, заботливым, Господи, ищущим добра для всей семьи. О, Господь, презри на него и благослови Твоим отцовским небесным благословением, Господи, благослови также и Оливию, как жену, как помощницу, Господи, благослови ее, Боже, и от верхних, и от нижних источников, Господи, помоги ей быть послушною, доброю, помоги ей быть мудрою, Господи, черпать мудрость от Тебя, чтобы это приносило устройство и благословение для всей ихней семьи. О, Господь, укрепи Ты ее, Боже, Господь Иисус, благослови, надели, Господи, мудростью, благодатью от Тебя, Господи, о, Боже праведный, мы призываем Твое имя на них, молим Тебя, благослови в ихней совместной жизни, Господи, если в Твоей воле даровать им деточек, Господи, даруй им здоровых, полноценных деток, которые бы служили Тебе, которые были бы радостью для родителей, Господи, даруй им расположить сердце свое, воспитывать их по Слову Твоему. О Боже праведный, благослови, Господь Иисус Христос, даруй все необходимое, пищу, одежду, Господи, сохрани от голода, холода, Господи, от разлуки, защити, сохрани, будь с ними на протяжении всей их жизни, Господь Иисус, помоги им, Боже, ближе и ближе приближаться к Тебе, исполнять Твою волю, Господи, дабы видеть Твою руку устрояющую каждый день в их жизни, Боже праведный, милость Твоя, да покроет их, Господи, благослови их родителей, эти семейства, всякое устройство, да пребывает и да почивает. Боже святой, мы молим Тебя, и остаток этого дня Ты благослови, устрояй, руководи во всем, Боже, да прославится и да возвеличится имя Твое, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Дорогие друзья, вы можете занять ваши места. Молодые поднимутся. По Божьей милости, при Божьем благословении, мне приятно сегодня объявить в лице всех вас, дорогие друзья, Бог благословил сегодня, 5 ноября 2022 года в церкви Ковчег Спасения образовалась новая семья. Уланов Виталик и Уланова Оливия. Оливия, привыкай, уже у тебя будет другая фамилия. Пусть благословит Бог вот эту новую семью. Дорогие друзья, чтобы нам и молиться за них, и надалее, и это есть правильно по Писанию. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, 6 стихом, мы читаем слова Иисуса Христа. Написано: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
Бог, Он есть сочитывающий, соединяющий. Человек не имеет права различать. Уже перед нами новая отдельная семья. Отдельно только что образовавшая семья. И написано в Божьем Слове, посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене, и будут два одною плотью. Дорогие друзья, Виталик, Оливия, теперь вы как одна отдельная семья будете предпринимать какие-то дела. Важно для вас быть всегда в совете друг с другом, но решение за братом Виталиком, как главой семьи, пусть вас Бог в этом благословит. То, что касается родителей, я знаю, что их сердце, оно переполнено, они молятся за вас. И я думаю, их желание и надалее молиться, это есть правильно и хорошо, молиться, поддерживать, просить, чтобы Бог благословил, хранил, но не вмешиваться в эту семью, так как это уже отдельная семья, благословлять их именем Господним. Я сейчас бы хотел попросить молодых, чтобы они опустились чуть-чуть ниже, подошли и назвали как своих родителей, так и с одной и с другой стороны, как с сегодняшнего дня они будут называть друг друга. Виталик, ты подойди, пожалуйста, на эту сторону. Перед тобой родители Оливии. Как ты их будешь называть с сегодняшнего дня? Папа и мама. Правильно, можешь подойти поприветствовать. Оливия, перед тобой родители Виталика. Как ты их будешь называть с сегодняшнего дня? Папа и мама. Хорошо, можешь подойти поприветствовать их. Также можете своих родителей поприветствовать. Молодые, можете пока еще на некоторое время занять ваши места. Родители, можете присесть. Сейчас я бы хотел, чтобы кто-то из братьев, кто будет распорядителем на брачном пире, подошел сюда и сделал объявление по предстоящем уже том торжестве, которое будет совершаться в том зале. Дорогие друзья, гости, первая часть подошла к концу. И мы от имени родителей, от имени молодых приглашаем всех на брачный пир, который состоится в соседнем здании. Если кто здесь впервые гости, это когда мы будем выходить с этого здания, это самое крайнее здание на парковке с правой стороны. Там будут братья, брат Виталик, брат Славик, которые смогут встретить, если кому нужно найти место для устройства. Они помогут найти места. Сейчас, по окончании собрания этого, смогут остаться только близкие два родства для того, чтобы поздравить, сфотографироваться, также братья-служители. У нас у всех такая возможность будет это сделать там, на брачном пире. Пусть Бог благословит всех нас. Пожалуйста, если есть еще какое-либо участие, кто принес, подойдите там, на брачном пире, чтобы вас записать в программу с самого начала. Будет брат Роман Пшиченко, брат Павел Пшиченко и я ответственные. Пусть Бог благословит. Хорошо, благодарим. Сейчас мы выслушаем пение хора. Хор будет петь «Всей час да слышит вся земля». В это время родители первые подойдут поздравить своих детей с этим благословенным днем. Затем пройдут братья-служители, потом пройдут близкие, также смогут поздравить. Просьба уже после окончания псалма можно проходить в тот зал. Но пока псалом будет петь, хористы будут петь, мы будем оставаться здесь. Пожалуйста. Родители, вы можете пройти поздравить.